Скажи нам второй раз подряд, как бы, что сейчас модно в музыке, ты считаешь? Да, сегодня модно. Я считаю, что хаос-культура, она отошла вообще в сторону, это уже не модно. Все эти сенсации, это просто коммерческие просто мероприятия, уже давно не модно это. Сейчас надо ориентироваться на... Саша меня убил сейчас вообще. Вот, сейчас надо просто ориентироваться на андеграундную культуру, на хард-культуру, на псай, на транс, и это будет просто, ну, я считаю, что это единственная культура, которая будет процветать сейчас в данный момент. Он фанат псай, короче. Нет, я не фанат, я клянусь, что я не фанат псай-транса, но проповедует. Я технарь, вот Саша, который сейчас снимает, и ты знаешь, да, что я технарь. Вот, но я знаю, что за трансом сейчас будущее, за прогрессив и за псай-трансом будущее сейчас, да. Да не то, что считаю, я думаю и я уверен, что технокультура, она не то, что возродится, она просто прорастет заново в наших городах и в Москве, и мы постараемся просто сделать... Мы надеемся на то, что технокультура будет жить и процветать. Меня перебивают, да. Это просто удел андеграундных культур, перебивание, да-да-да. Отлично, говори, Оль. Техно рулит, техно, короче. Драм-н-бейс, дабстеп, ломаный ритм. Нахуй драм-бейс, хард техно рулит. Нет, пока. Модно, 2:50, 17 число. Это микрофон. Да, это микрофон. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем своим ребятам. А ты кто? Я кто? Я просто человек. Как ты думаешь, а что нынче модно? Заниматься спортом. Самое главное – заниматься спортом. Ты занимаешься каким-то спортом? Я занимаюсь многими видами спортов. Например? Вейкбординг, ладно, да, пожалуйста, да. Ты здесь занимаешься? Да. Давно? На вейкбординге я катаю первый сезон, как бы, ну, относительно. В прошлом году попробовал пару дней, я не считаю. Первый сезон, и очень-очень-очень-очень доволен. Будешь продолжать заниматься? А зимой чем ты занимаешься? Зимой? Танцую, катаюсь. А что танцуешь? Танцую брейкданс. Underground, my life. My life, extreme, my life, freestyle. We'll be right back.
данном мероприятии. О данном мероприятии. Шейк, короче, не может снимать, он занят. Сейчас. Сейчас ждем. Тут так жарко, что у девушек расстегиваются бюстгальтеры, а у... А у мужчин оттягиваются. А у мужчин рвутся брюки просто. Рвутся, ремни не выдерживают натиска. Все круто. Столь прекрасные леди находятся сегодня. Шейк свалил, короче. На этой земле, на этой прекрасной территории. Дискотека, open air там. Люди веселятся, всем круто. Можно пойти покататься на лебедочке, на вейкборде. Задницу. Нет, для вейкборда сейчас темно. Нет, завтра с утра. Скажи, пожалуйста, пойдем кататься. Ник приезжал, ты видел Ника? Я знаю Ника. Расскажи мне, пожалуйста, какой он, Как человек, который не понимает русского языка. То есть совсем, прям. Совсем. А я как человек, неадекватно относящийся к английскому языку вообще. Вот, поэтому мы с ним... Мы не поняли друг друга. Нет, мы поняли друг друга в итоге. Поняли, да, о чем мы говорили? Мы не говорили, мы жестами намекали друг другу и... Он нас подслушивает, мы с тобой общаемся, он нас подслушивает. Классный наушник. Скажи нам что-нибудь, смотри, видел Ника? Нет, Ника я, к сожалению. Кто видел Ника, кроме тебя еще? Парень, которому 20 лет, которому было безумно скучно в этом лесу. Скучно? Конечно, он сидел один, с ним пока не общались. Его потом растормошили, вытащили и повеселили. Налили? Но он не пил. Он пил колу, да. Ну, спортсмены не пьют, и у него нога травмирована, заживала. Ну, как бы мы продолжаем быть на все том же мероприятии, мега-крутом мероприятии, модно, природно. А, вот девушка прекрасная, тоже блондинка. Мы как бы копируем друг друга. Не знаю, кто кого, но... Иди сюда. Как тебе мероприятие? Как тебе площадка? Расскажи нам. Отлично, все обустроено. Чиллаут, все, сцена. Не знаю, атмосфера просто здесь маленького такого мини-городка счастья. Короче, как всегда, гениально, въебал запись. В общем, мы на модно-модно природа. Этот человек, как никто, причастен к организации данного проекта. Мы хотим, чтобы он нам рассказал про главного гостя сегодняшней ночи. Это Аура Сони, которые должны выступить буквально в ближайшее время, потому что сейчас уже 3:50, через 10 минут они будут выступать. Их трек самые последние 3 недели уже Армин Ван Бюрен крутит в своих недельных миксах. Буквально третью неделю они уже крутят, тупо потому что народ просит еще раз. Вот, мы сейчас этот трек услышим. Он мега крут, мы ждем его. Да, мы ждем его. Мы ждем его, он ждет его, я жду его, ты ждешь его, все ждут его. Армин Соник, Шейк крутой тоже. Всем понравилось. Отличное место для отдыха и хорошего времяпрепровождения, очень понравилось. Мероприятие само. По поводу негатива говорить не буду. Скажу, что такое все замечательно и много приятных лиц здесь. Все, спасибо. Слушай, скажи, пожалуйста, как тебе удалось получить такие шикарные ноги? Где брала? Сама где брала? Не знаю, сама не знаю, как ты брала, не скажу. Сучка. Да. Ну, как бы да. Больше бегайте, больше бегайте. Бег – залог красивых ног. Отличные ребята, я их знаю давным-давно. Их?
Их, ну их говорят там двое их даже. Двое. Да, но сегодня он один. Один. Да, для расскажи нам специально для нас. Какую-нибудь фишечку. Мне сейчас очень сильно повезло, я с ним буквально 5 минут назад общался, что и он сказал, что мы звезды, которые представляем мировую известность. Мы крутые. Что мы крутые. Все вокруг крутые. Он крутой, ты крутой, я крутой. Не, все крутые. Я не крутой. Да, нет, все крутые. Хорошо, все крутые. Хорошо, Аурасоник. Аурасоник. Я думаю, что слова здесь неуместные. Просто можно послушать то, о чем он играет. Хорошо, ждем. А он играет от души. Ждем Аурасоника, отлично. Он уже играет. А ты кто? А ты кто? Да конь в пальто. Это был конь в пальто, внимание. Вот это никто иной, как собственной персоной, нас опять не снимают. Ну, как бы, тем не менее, это был конь в пальто. Да. А вот теперь ты будешь себя хорошо слышать. Я тебя хорошо слышу. А надо смотреть в микрофон. Сейчас, подожди, не обращай внимания, это как бы, он типа снимает, он не снимает. Задавай вопросы, я иначе не слушай, расскажи говорить. Нам, пожалуйста, что модно нынче, как ты считаешь? Модно? Да. Модно? Нет, модно это понятно, а что модно? Заниматься спортом, экстремальным каким, спортом. Каким? Экстремальным. Бейкбординг. Бейкбординг, сноубординг, кайтбординг, серф. А расскажи про айк, я ничего не знаю, что это такое. А ты просто так сказал, да? Нет, я занимаюсь с ними. Вернись к нам, пожалуйста! Он нам рассказывает про как айкбординг. Ну, в данном случае я говорю про кабл вейкбординг. Хорошо, ты видел вчера Ника? Ника видел, да. Расскажи нам про Ника, он рассказывает нам про Ника. Скажи про Ника. Ник молодой, клевый чувак. Что делал? Чего показывал? Увы, он ничего не показывал. Он после травмы, серьезной травмы. Вот. Ты просто приехал, выставил всем респект. Да, он именно что. Он многократный чемпион мира приехал сюда, в наш город, и показал всем респект. Много вот. Народу вчера было? Достаточно. Все были в теме. Ты был на лодках, кстати. Лодки катали, говорят, что лодки такие. Лодки? Нет, были все на досках. На досках все были, на досках. Вот. Портит всю атмосферу. Вейкборд. Вейкборд. Все катались на досках. Вот. А Ник смотрел и говорил. Здесь у нас Аурасоник, вейкборд, Ник. Вот на модно природа. Длинные ноги, красивые мужчины. Расстегивающиеся лифчики, рвущиеся штаны. Все круто. Она повелевает им, она маг огня.
30 уровня, она мега крутая, она самая рыжая, самая огненная, самая крутая. А, расскажи, пожалуйста, тяжело ли крутить? Вот, расскажи нам вообще про вот, как работать с огнем. Такие как вопросы. Работать? Хорошо, расскажи нам про Урсоник. Вот сейчас чувак играет, как тебе? Мне тут вообще замечательно, тут отличная атмосфера, отличные люди. И вообще, блин, на сцене работать это очень круто. Я рада, что мои друзья приехали и поддержали меня здесь, вот, и я готова, ну как готова, да, я бы хотела выступать на таких мероприятиях чаще, да. Почаще такие мероприятия мы ждем, модно-модно, природно. Как ты считаешь, что нынче модно? Модно клубная музыка. То, что заставляет танцевать на танцполе. Техно-транс. Техно-транс? Ну, в данном случае, то, что мы играем, техно-транс. Блин, ну публике нравится, круто вообще. Это вообще, это вот сейчас играет супер. Как тебе Аурасоник? Аурасоник? Ну, как я сам себе, ну не знаю, ну, я себе нравлюсь. Да ладно, извини. Я такой классный вообще. Да ладно. Ой, слушай, я просто не знала, как ты выглядишь. Короче, он нас как всегда не снимает, но мы все равно запишем. А, как тебе вообще вот площадка эта? Что сейчас? Площадка. Ну, хотел бы звук, конечно, получше, а так, в принципе, вот то, что... Знаешь, пока звук, звук неплохой. Звук плохой вот так вот здесь, не знаю почему. Ну, мы привыкли играть, у нас звук такой прям... Ну, народу нравится, смотри, народ угорается. Ну, мы стараемся. А вообще говорили, звук ходил по прогрессе в транс, будет? Ну, да, сейчас в следующий раз будет у нас транс. А распокойся, ты дашь всем кару, да? Да. Дай пять. Все еще продолжаем быть на вечеринке модно, модно, природно. Пять утра, микрофоны зашкаривают, жара. Растягивают лифчики. Да, Маслова, внимание. Маслова отлынивает все время от камеры и от интервью. Привет еще раз, миллионный раз привет. Где мы находимся, скажи нам? Мы находимся на Черноголовском пруду, в прекрасном месте. Как база отдыха Квейк-парк. Площадка. Но на самом деле площадка очень красивая. Вот. Таких, в принципе, ногинские. Люди даже приезжали из Москвы. Практически нету. То есть сочетание очень многих факторов вот, показывает, что площадка реально крутая. И база отдыха, и спорт. И... Ну, звук, да. Вообще к звуку не приберешься. Nightline Promo, круто, да. Nightline Promo это наша команда, которая в очередной раз сегодня доказала то, что мы это мы, и мы делаем все круто. И потенциально с каждым разом мы делаем все только лучше. Специально для всех вас. А слушай, расскажи что-нибудь. Вот ты видел Ника вчера? Я его привозил. Расскажи про Ника, расскажи. Как бы получилось пообщаться с ним по-английски. Ему все понравилось. Вот, ему реально все понравилось. Но мне рассказали, что он после травмы был, как бы ничего не было. У него была очень серьезная травма колена, оно на самом деле у него практически вылезло вообще в январе месяце. Вот, это ужасно. Человек восстанавливался на самом деле и до сих пор восстанавливается полгода, ему еще остался месяц. Вот. Мы очень сильно надеялись, что он покатается, но из уважения к его как бы спорту и к его травме мы прекрасно понимаем, что ну, этого делать было не нужно. Была надежда, но не получилось. Слушай, расскажи, пожалуйста, были желающие вот покататься на вейке? Есть ли у нас люди, которые вейком занимаются профессионально, вейкбордом? Ну, на самом деле, вейкбординг – это очень интересный вид спорта, реально модный. Я про него наслышана, но... Реально модный и очень сильно экстремальный. К сожалению, в России он появился не так давно. Площадки по вейкбордингу начали как бы развиваться и строиться. Скажем так, в Подмосковье и даже в Москве буквально вот год-два года назад, то есть у нас было в Москве пару площадок, да, и с открытием базы спорта Wake Park здесь, в Ногинске,
Огромное количество людей попробовало, огромное количество людей для себя открыло просто что-то новое. Это вот, мне кажется, те, кто на сноуборде катаются зимой. Да, даже, ну, которые катаются на сноуборде, на самом деле, более-менее прошаренные ребята, вот, более-менее модные в экстремальном виде спорта. Здесь огромное количество людей, которые вообще этого не видели, которые играли в футбол, ходили в тренажерный зал и, в принципе, все. А здесь они открыли для себя настолько много нового, первый раз став на доску, испытав такие ощущения, просто самых разных слоев, самых разных возрастов, то есть люди от 14, от 10, от 5 лет до 60. Возрастной ценз просто настолько огромен, настолько широк, и эмоции от людей просто фантастические. Круто, круто. Слушай, вообще спасибо тебе большое. Модно, модно, природа 2. Мне очень понравилось. Это, я скажу точно, что это самое лучшее мероприятие за мое лето. Половины его уже нет, да, к сожалению. Да, поллета прошло, но как бы середина лета обозначилась очень хорошим мероприятием. Да, начинается самое интересное. Я думаю, это самое интересное и есть. То есть продолжение лета нас ждет очень трушное. Скажите, пожалуйста, а вы кто? Мы? Ногинчане такие же, как и все, которые здесь присутствуют. Почему вы на матрасе плаваете? Потому что отличная атмосфера, хорошая музыка и очень суперское настроение. Тем более очень жарко. Жарко? И, мне кажется, им жарко! Не, атмосфера способствует тому, чтобы вылезти на озеро и наконец-таки искупаться в 3 часа ночи. Рыбу не видели? Рыбу не видели, зато мы видели очень крутую горку, на которую пробовали залезть. И чё, и как? Ну, получается, но не совсем. Ну не на матрасе, нужен вейкборд. Нужен вейкборд. Очень неустойчивое положение сейчас. Да, у нас тандем. У нас тандем уже сложившийся. Тандем, да. По одному никак. По одному, а вдвоем по одному не сумели бы. Как вам вообще площадка вот эта? Ну, я впервые, кажется, такой вижу в Ногинске. Да, именно про Ногинск, если говорить, то это что-то индивидуальное. То есть это интересно. И на самом деле я горд даже немного за свой город, что наконец-то какой-то open air нормальный. О, извини, пожалуйста. Я думаю, тебе тоже стоит приобщаться к воде, потому что здесь реально жарко. Давай на матрас, Оля. Привет! Вода, природа, два! Два! Ждите рецидива, будет третья часть, обещали, да? Да-да-да-да! А еще будет прогрессив транс там. Когда возможно ближайшее повторение этой туши? Фанат требует. Нет, фанат требует, но... Мнение фанату просто нельзя пренебречь, понимаете? То есть вы обязаны, обязаны сделать нам туссе, понимаете? Я пришел буквально полтора часа назад. Но он не удовлетворен, потому что он поздно пришел. Да-да-да-да. Я пришел пол четвертого ночи, и мне кажется, что это стоит повторить где-то часов с девяти, да.
воздух, вода, а сахар во флам. Не гони!